врезаться в него, что и удалось. Но опять не удается вести игру в зоне соперника. Первому звену Магнитки. Может быть, вот сейчас на пересменке что-то получится. Ковар. Перевод, центр, бросок. Сорокин спасает свою команду. Береглазов мог открывать счет и мог заставлять нас думать. И только у Терещенко тут какое-то повреждение. Ему разрешили смениться, потому что он не может продолжать эту встречу. Кресли на льду. А вот на Терещенко сейчас как раз медицинский штаб Магнитки начинает колдовать.